Вчера, 1 сентября, в Латвии праздновали День знаний. В этом году в общеобразовательных школах Вентспилса начали свое обучение почти 4000 учеников, а в дошкольных образовательных учреждениях почти 1700 детей. В первый класс отправились 409 первоклассников. Начало нового учебного года – это волнительный момент для каждого школьника. Это особенный день для тех, кто пошел в первый класс, и для тех, для кого это 1 сентября будет последним в общеобразовательных школах. Да, волнение было. Я не видела одноклассников долгое время. Хотелось встретиться, поговорить. Как они жили в это трудное время пандемии? Сейчас я учусь в 9 классе и потом собираюсь идти в техникум. На удивление, я сегодня спокойна, уверена в своих друзьях. Я хочу закончить среднюю школу. Здесь мои друзья, мои учителя, и я чувствую себя здесь в безопасности. Очень хорошо себя чувствую. Я уже в 12 классе, поэтому 1 сентября для меня никакого восторга не вызывает. Но повел детей, это, конечно, интересный опыт. Все, обычный день. И что вы думаете делать после 12 класса? После 12 класса, я думаю, поступить в Латвийскую культурную академию на факультет режиссуры. И почему так вы думали? Меня всю жизнь больше интересовала культура, а не математика. Я гуманитарный человек, и я посмотрел, какие университеты есть в Латвии по культуре, и понял то, что Латвийская культурная академия для меня самый лучший вариант. Волнение и в то же время радость в этот день наполняли сердца родителей, когда они вели своих детей в школу. Мы сюда вернулись через 19 лет. Старшая дочь у нас училась здесь, и сейчас мы переживаем все чувства по-новому. Наш первоклассник к этому очень готовился, не мог дождаться этого дня. У него большое желание и большие мечты, и мы надеемся, он это не растеряет со временем. Один ребенок у меня заканчивает школу, 9 класс сейчас, выпускник. Второй пришел во 2 класс. Ожидаем. Что они будут у меня учиться и, наконец-то, будут посещать школу, а не сидеть дома. У директоров школ новый учебный год все же вызывает беспокойство. Одна из вентспилсских школ перед новым учебным годом изменила свой статус. Была средней школы, а стала основной. Сегодня мы начинаем новый учебный год в новом статусе впервые в истории города и в истории 3-й средней школы. А история длинная, 63 года школа просуществовала как Вентспилсская 3-я средняя школа. Произошла внутренняя реорганизация, но самое важное и самое главное, что должны знать и наши родители, и горожане, что оптимизация произошла по количественным показателям, не по качественным показателям. Как говорится, будут дети и будет школа. Команда Курзамского телевидения поздравляет всех учащихся и напоминает, что все зависит только от вас. Сможет ли стать этот учебный год еще одним шагом к вашему успеху? Ведь знания и навыки – залог успеха и процветания. 1 сентября День знаний прошел не только в школах Вентспилса. На площади Лилейс, около зданий Вентспилсской музыкальной школы и концертного зала «Латвия», собрались не только педагоги и уже учащиеся здесь школьники и студенты. Перед сценой стояли первокурсники и малыши, которые в этом году пойдут в первый класс. Директор Вентспилсской музыкальной школы Андрис Григалис поблагодарил и родителей, и детей за доверие, за желание учиться и за любовь к музыке. В этом году на первый курс поступили ребята не только из Вентспилса, но и со всего Курзама, даже есть из Риги. Праздничные мероприятия проходили в этот день и в художественной школе. 1 сентября во дворе художественной школы поздравляли и награждали тех учеников и учителей, кто принимал участие в различных выставках и конкурсах не только в Латвии, но и в других странах. В этом новом учебном году занятия в художественной школе начнут примерно 200 детей. Сентября во дворе Вентспилсского техникума под звуки гимна был внесен флаг. Так ученики и педагоги отметили начало нового учебного года. В этом году обучаться новой профессии начали 224 первокурсника. Большая часть из них вентспилсчане, а остальные приехали из других городов Курзамы. Самое главное, что обучение в этом году у студентов техникума будет проходить очно.
В техникуме также начали работать 4 новых преподавателя, а общее количество студентов – 776 человек. Всего 40 групп. Также в этом году появилась и новая образовательная программа «Техник мехатронных систем». Это та профессия, которая сейчас особенно востребована на рынке труда.